Город. Место, в котором живешь ты. В непрерывном движении ты неустанно следуешь привычным маршрутам. Пересекаешь пространство, преодолеваешь препятствия по пути на работу. Твой день похож один на другой. Ты не замечаешь, как время уходит от тебя, как песок сквозь пальцы. С работы, уставшим, в динамичном движении, ты желаешь отдохнуть. Ты с такими, как и ты, стремишься в злачные места. И вот ты уже там, с такими, как и ты. Ты ищешь утешение в гулянках. Под ритм музыки ты пульсируешь, тебя переполняют эмоции. Ты на пике своего отдыха от употребленных антидепрессантов. Ты счастлив, как тебе кажется. Музыка стихает, биение твоего сердца приходит в обычный режим. Тебя накрывает усталость, ты хочешь домой, ты желаешь отдохнуть. Ты перемещаешься в пространстве, машины, дома. Ты дома. Вот обычный дом, в котором живут такие, как ты. А кто твои соседи, которые живут за твоей стеной? Ты даже и не догадываешься. Тебя окружает бытовое насилие, ссоры, скандалы, ругань. Разврат, гомосексуализм – все это в твоем доме. Проституция, похоть, любовь за деньги в твоем подъезде. Наркомания. Живые мертвецы, отбросы общества за стеной твоего дома. Постоянные пьянки, вечеринки, пати, алкоголь течет рекой. И это все в твоем доме. В доме, где ты живешь и будут жить твои дети и внуки. Вот именно такую жизнь тебе навязали и миллионам таким, как ты. Возникает немой вопрос. Выход есть. Ты должен проснуться.